мы позвали на эту сцену следующего участника. Это не аплодисменты. Я не знаю, не всегда знаю, кто имеет какие-то звания, поэтому если кто-то хочет, он может мне перед тем, как я его объявляю, говорить, ну, какие-то заслуги, может быть, свои, лауреат или какой-то, значит, член союза кого-то. В данном случае я знаю звание этого человека, потому что мне посчастливилось самому присутствовать в этот момент, когда ему вручали это звание. И под ваши аплодисменты на эту сцену приглашается член Союза писателей России, магистр, встречайте! Не знаю, за гитару. Приветствую, дорогие друзья. Спасибо Грише. Кстати, он заполнял мой членский билет собственноручно, своим каллиграфическим почерком. А сегодня я без гитары, обычно с гитарой выступаю, сегодня решил почитать. Естественно, продолжу про любовь, про сложности человеческих взаимоотношений. Ты чиста, как на иконе лик, а я в стыд свою греховность прячу. Мне с тобой неделя словно миг, без тебя, как одинокий, плачу. Ты моя вечерняя звезда на померкшем черном небосводе, ты моя божественная мзда в искуплении былого греховодия. И мздоимец я, коль принял эту мзду от Создателя сей сказочный подарок, и доверюсь чистому листу, и зажгу мой свет свечи огарок. Тот огарок, мой угарный век, где я падал и грешил беспечно, он похож на исступленный бег в попыхах и в запинаниях вечно. Слушай, милая, ведь я ж не идеал, и побитый струпями проказы, я давно свою мечту продал за туфту, за бисер и за стразы. Браво! Мимолетная страсть. Сонет. Открыл в себе я женщину любя, как идеал мужских мечтаний уносит в вихре томных созерцаний, в сомнениях тяжких душу теребя. Взывая из теня душа моя, колеблясь вся в неистовом волнении, находит радость в бурном вожделении и в вихре страсти пред лицем ея. О, цвет мой, две последние недели ты бред души моей вменяешь мне в любовь, но болен я. Кипит от страсти кровь, в терзаниях души недели пролетели. Теперь живу с поникшей к низу головой и без в ребре, с седою длинной бородой. И вот стоп, это не для вас. Выбрать начинаем. Разошлись. Часы остановились неспроста. Они предел поставили чему-то. Уж после этого душа была пуста, и радость с горечью последние минуты. Была любовь или не было ее, об этом нам расскажет только время, пройдя сквозь муки наше бытие, накладывает гибельное бремя. Боясь греха, мы каялись в слезах о том, что так недавно совершили, но покаяние то разбилось в прах, как только мы прощение получили. Хотел я счастья, то ж не вожделел жене любимой радости порывы, когда б не грех. Но страшный наш удел, полет души и срывы, срывы, срывы. Я впредь не буду больше горевать, взирая на столь временную радость, когда на тризне начал пировать, забыв про тлен и лютую усталость. Теперь свободен, но пуста душа. Все кончено, и я стою у края. Не дам теперь за чувства ни гроша. Они обманом душу бьют и края. Это уж такая семейная, теплая вещь. Ты любил меня всерьез. Жизнь в тепле мне казалась гладко. И когда я вдруг шел в разнос, ты крестила меня украдкой, проливая потоки слез. Дымом едким пропитанной гадкой перегарной, перегарной водищей насквозь ты крестила меня украдкой и молилась о мне до слез. В драку шел с молодецкой хваткой, не учесший исход и прогноз. Ты бежала за мной,
украдкой, невзирая на зной и мороз. Уходил со звериной повадкой со двора, чтоб купить вина. Ты крестила меня украдкой и ночами ждала окна. И когда я дурной в неге сладкой почивал с другой в мире грез, ты молилась о мне украдкой, ты любила меня всерьез. Теперь немножко философии для разнообразия, да? Называется «Болезнь в Великий пост». Жестоко заболел постом великим, лежу и думаю, за что все это мне? А за окном синь небо, солнце, блики, весна вовсю гуляет по стране. А я недвижим, стонущий в постели, пью ведрами имбирный с медом чай. Не так обидно, если бы в метели, в свой плед закрывшись с дремой невзначай. А тут весна, журчат ручьи птицы, поют нещадно за моим окном. Мне снится лето, мотоцикл снится, попутный ветер и на море дом. Как мы с подругой едем по дороге, дорога та без края и конца. Пора лекарства пить и парить ноги, и так уж 2 недели без конца. Что делать мне? Душа моя метется, уже в Москву слетаются скворцы, а мое сердце в исступлении бьется от страха, ночью не отдать концы. В окно распахнутое солнышко смеется, а мне мерещится в бреду большой погос. Болезнь нам для смирения дается, как мне послал ее Господь Великий пост. Разбавлю немножко шуточной вещью, называется «Мудрец века сего». Несомненно, я такой один, как хаджа арабский Насреддин, и гляжу с высокой колокольни в своей мудрости, как сильный крин, милосердный, как самарянин, и видения мне не подневольны. Я читаю мысли по лицу, я гадаю по куриному яйцу, мне неведомы сомнения и тревоги. Форы дам спокойствием скопцу и горячности нахальному юнцу. Мне ответы открывают боги. Я родился ночью под звездой, как цветок духмяный полевой. Меня мать моя рожала в море, я сосуд скудельничий пустой. Я ударен в юности доской, оттого и стал я чудотворен. Я советов разных фимиан, их я всем желающим раздам. Ведь не зря ко мне толпятся люди, разведу я горе по углам. Всем сестрам раздам я по серьгам, ну а те мне денежки на блюде. Я люблю бабульки, это факт, заключу на них любой контракт, замучу и мозги заморочу, приготовлю травяной экстракт и заговорю любой инфаркт и кончину света напророчу. Лишь бы денежки башляли мне, чтоб жилось мне сладко в стороне от бедной катаклизма. Я себя застраховал вдвойне. Не подъедешь на хромом коне, ведь я верный раб материализма. Спасибо большое. Магистр это был. Спасибо большое, Алексей. И под ваше